Как он меня пр... Так. Сейчас замораживающий, если чё он. Давай, вылазь. Блях, мух промахнулся. Как ж так? Все, кончились. Ладно. Давай, на меня, пожалуйста. Нет! Только не на меня. Ах ты тварь! Ладно, заминируем здесь. Патрон зря всрал. Блин, мы просрали все взрывающие. И он еще и откидывает их. Охренеть. Ну, быстро достаточно мы с ним справились. Какой-то легкий был, у меня даже не... один раз все покоцал. Блин, он еще жив, что ли, походу? Если он каменную стену пробьет, то это точно. Да ты чё шутишь? Патрончики. Стоп. Сейчас нам нужно сразу. То есть ничего здесь. Перезарядить. Так, здесь у нас шприц. Пользуемся. Здесь у нас... Что у нас есть? Смотрим. У нас, походу, есть только... Взрывной. А, не, у нас дофига еще всяких. Так, ну что, будем использовать гарпун. Либо нет, давайте дробошоныш наш возьмем. Бери, ёб. Sebastian, I'll draw it away so you can search. Так, там опять патроны. А, это наши же. Твою дивизию. Все, что ли? Ну... Давай, ёбди! Ну, можно было его замочить, чтобы получить какую-нибудь награду. Подожди, глазик горит. Ты потерял, ты должен был идти. Чё я-то? Тем более, где твоя снайперская винтовка? Так, с дробовиком пойдем. Их очков. Так, очки, очки. Ладно, давайте сейчас, перед тем, как... Походу, нам зайти нужно, да? Давайте посмотрим, здесь все ничего, ничего нету тут. Так, а где наш друг? А че он не идет? Так. А, здесь ничего нет. Ну подождите-ка. А здесь тоже ничего. А, вот тут был шприц, смотрите, пропустил. Так, здесь и болт был, да ладно, вы чё? Эта тварь куда-то ушла. Ну ладно, давайте экономить свет, пошлите. Так, а мы выносливость, по-моему, прокачали, да, посмотрите-ка. У нас, по-моему, больше теперь. Могу ошибаться, конечно, чуть такое. Походу, следующий там видео какое-то. Так, эпизод пройден. Да, перезапишем. И все, и давайте следующий эпизод.
Так. А, да, идти. Ой, я бегать могу, это круто. Так, ну что, что тут у нас? Давайте пособираем. О, спички, я так понимаю. Десятка, да, отлично у нас. Это он на банку посмотрел, я что-то не понял. Так, ты опять кашляешь. Так. Что-то маловато тут все. Ну ладно. Так. А, во! А, ну нам не надо. Блин, патронов суют на дробовик. Нужно срочно его качнуть. Что делать-то? Эй, Джозеф, ты с нами? Эй, что делать, скажи. Так, а. Себастьян. You ever had the urge to just jump? When you're on a high place, or the subway rolls by. Imagine if you had that urge for a minute straight, then 2 minutes. You fought it off 3 times now, Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Some part of me wants to turn. I don't know why, and I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct. It's getting stronger. Hold on. Эй, шприцы не трать. Опять тварь, блин. Эх. Сейчас упадет все наверняка. Ну опять мы в каком-то говне. Хранитель. Какие-то новые бочки у нас. Так, а тут блестит что-то. А, ну правильно, блестящее это все нужно. 300-ку дают. Так, здесь у нас еще. I better start searching for my partners. Так, ну ладно, сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Насобираемся. Дофигища. Чтоб... Блин. Да, мы прокачали нормально, так у нас есть еще новое. Больше у нас стало, теперь мы можем дольше бежать, так вот. Так, а здесь подумал, вот так вот надо сделать. Так, ну здесь ничего не видно. О, 1500. Ух ты. Как так, чуть не заметил. Говорю же, внимательнее должен быть. Уф. Успел. Нормально, детальку дали. Так.
Здесь ничего. Так, здесь какие-то свечи. Что-то мне это не нравится. Нам туда, походу. О! Нормально, сейчас насобираем. Так, по 300-ке дают, правда. Надо по 1000. Хорошо, что деталь до хрена влазит. Так, что это было? Ладно. Так, пожалуй, надо отсюда уходить. Здесь, в принципе, ничего такого опасного не вижу. Нормально, наоборот, все. Так. Здесь надо ловушечку смотреть. Ага. Ладно. Так, кстати. На пистолет нам дали патрон. Нам перед каждой главой, походу, патроны дают. А, он там, походу, меня не видел. Так. Ну, давайте подождем немножко. Блин, заметили. А, не заметили, смотри-ка. Видимо, там кто-то еще заметил. Ну ладно, сэкономили на этом. Иди, иди, иди. А почему он... Почему-то он не сгорел. Ну ладно. Так, что с них упало? По-моему, ничего. А, вот упало, да. 300-ка. Все, больше ничего. Так. А вот это на 1000 потянет, да, так и есть. О. Так. А, полностью. Ладно. Так. Так. Ладно. Значит, что тут у нас есть? Свечи погасли. Эй-эй-эй. Только вот бред, не надо всякий тут. Опять я иду. Так, ну что, у нас больше ничего. Ну вот опять загорелись свечки. Деталька. Так. Подождите. А куда идти? А, вот дверь, точно. Че это я? А, отходит что-то там у него. Какая-то... Что-то там печать, что ли, не понял. Такой. О! Ключ. Круто. Так, это нам никуда не влазить уже. Можно снайперскую качать, кстати говоря. Так, почитаем. А, нет, давайте возьмем. На 1000 и почитаем. Записка с катакомбы. Катакомбы. На помощь. Стук металла, он идет, я бегу, он идет за мной. И там. Помогите, он идет за мной. Ну, неважно. Замочил бы его ты и все. Так, а тут у нас. А, ну все, мы идем сюда. Контрольная точка. Ну, вот. Контрольная точка, это хорошо или как? Ну, нормально, считаю. Oh, shit. Блин, это тот чувак, которого мы видели там. В больничке. Пистолет нам дают. Так. Там вроде ничего. Экономим патроны.
еще дают. Шикарно. Конечно, с этим хреном будем махаться. Так. А что тут у нас надо делать? За ним что ли идти? А. Подошло. Угу. Ну, походу, нам искать нужны другие вот эти печати, чтобы их туда поставить. Ну, тут очевидно. Ладно, потом зайдем. Пошлите-ка туда. Я думаю, нам недалеко бежать. Ну, я надеюсь. Так. Так. Катакомбы. Катакомбы. Это значит... Ух ты, нифига. Это что, ловушка, типа? Или что это тут? Да, слушай, тут, походу, ловушками все уставлено. Такие шипы. Здоровенные. А можно подойти-то к ним? Да, они вроде вообще просто стоят. Офигеть, нам плюс 3 уже дали детали. И чё? Какого хрена сюда? Чё за фигня? Какого хуанха это произошло? И чё, типа всё? Да ладно, ребятки, чё вы гоните? Как слезть? Нахрена тогда? Ладно. Может, там что-то было, кстати, наверху? Да не, я не заметил, честно. Так. Патрончики уже вообще не влазят. Блин. Да вы что, шутите? Опа, растяжечка. Говорю, ловушек тут до хрена, наверное, будет. Это ж катакомбы. Ясно. Одну деталь всего дали. А, динамит взорвался, смотрите-ка, офигеть, да? Мы же в него пальнем. Так. Неохота помирать, блин, что делать? Тут шипы, я боюсь, не упадут. Давайте попробуем стрельнуть сюда. Бам. Чё, нет? Ни хрена. Ну тут логично, смотрите, входа нет. Так. Твою дивизию. Отлично. Хорошо, что он так упал. Мы с него даже ничего не дали, вообще офигели уже. Так, ну ладно. Так, ловушки смотрим, осторожно, здесь растяжечки. Открытая местность. Не очень люблю, когда очень открытая местность. Обычно в этот момент какие-нибудь боссы там вылезают, не знаю, еще кто-нибудь. Наверное, это ловушка. Ну, тут все, походу, везде ловушки. О, там пройти можно, кстати. Но я еще здесь не все осмотрел. А, нет, все осмотрел. А вот тот чувак, он живой, да? Козел, ну ладно, сейчас мы к нему подойдем. Или... Эй, вы что, ему дорогу открыли?
Какого хрена? А, подождите-ка, я знаю, что делать. Надо туда, наверное, пальнуть. Тут в каком? Сейчас уже можно, нет? Сейчас, наверное, бам. Бам. Отлично. Только патрон тратить неохота. Ну, в принципе, я бы, думаю, больше потратил, если бы... на него. А чё, даже... ну, даже не упал ничего. Ну, как-то это фигово. Ну, будем знать теперь. Вот так от чуваков можно избавляться. Опа, очки. А тут растяжечка. Так, есть никак. За то, что я заметил, мне плюс одно очко дают. Заперто. Ну, нам сюда, значит. Так. У-тю-тю-тю-тю-тю. Твою дивизию промахнулся. А, я знаю, что я сейчас сделаю. Они меня даже, кстати, не заметили. Давай. Слепые, что ли? Бам. Давай, давай. Есть. Блин, еще один. Твою дивизию. Да их не один даже там. Ну давайте, идите сюда. Или вы не хотите? Так, что-то подобрать можно. Не, нельзя. Да, можно подобрать. Давай, давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Еще один патрончик и... можно... завершать с ними. Так. А вверх нельзя, там тоже вон какие-то хрени. Если я застряну... О, нифига выпало что.